Меня зовут Виталий Комаров, я специалист по работе с молодежью молодежного центра города Сосновоборск. Сегодня мы находимся в очень значимом для Сосновоборска месте. В этом месте появился первый арт-объект в городе, это был большущий фонтан. И сегодня здесь мы снимаем исторический фильм про наш любимый город. В этом фильме историю города рассказывают сами жители города. Они называют интересные факты, рассказывают про него, кто строил, когда, в каком году, что открылось первое и так далее. Мы соберем полностью истории от каждого жителя. Мне красный. Мне красный.